спортивном зале первой городской школы при поддержке собрания депутатов Верхнеуральского района прошел второй фестиваль баскетбола. Как и год назад, в соревнованиях принимали участие сильнейшие баскетбольные дружины Верхнеуральского района, двух городских школ, Межозерной и Сурменевской школ. Соревнования носят статус фестиваля потому, что в программе соревнований организаторами задумано, помимо игр, проведение различных конкурсов на технику владения мячом и на точность попадания в кольцо с различных дистанций. Соревнования по баскетболу второй год подряд посвятили памяти учителя физической культуры Владимира Васильевича Темникова. Владимир Васильевич много лет преподавал в школах номер 1 и номер 2 города Верхнеуральска. За многолетний плодотворный труд на педагогическом поприще он награжден ведомственной наградой «Отличник физической культуры». На параде открытия перед участниками с приветствием выступили депутат районного собрания, ученик Владимира Темникова Павел Вдовин. Ветеран педагогического труда, коллега Владимира Темникова Людмила Антипова вспомнила трудный педагогический путь учителя физической культуры и пожелала спортсменам успешной игры. По результатам игр в упорном соперничестве первое место и Кубок чемпионов завоевала баскетбольная команда первой городской школы. Тренер команды Шакиржан Урдабаев был награжден баскетбольным «Оскаром» за хорошую подготовку команды на фестиваль баскетбола. Серебряные медали по праву выиграла команда второй городской школы. На третьем месте расположилась команда поселка Межозерный. По итогам проведенных игровых конкурсов определились лучшие из лучших. Конкурс на скорость сведения мяча выиграл Аслан Кужин, школа номер 2 города Верхнеуральска. В конкурсе штрафных бросков лучшую точность показал Вадим Суфиянов, Межозерная школа. А Станиславу Костерину не было равных в бросках из-за трехочковой дуги. Лучшим игроком второго фестиваля баскетбола признан Владислав Жильцов, первая городская школа. Соревнования прошли на высоком организационном уровне. Всех участников наградили призами, сладкими напитками, пирогами, вручили баскетбольные мячи каждой команде, наградили лучших игроков и победителя в игровых конкурсах, вручили медали и кубок команде-победителю. Собрание депутатов Верхнеуральского района в лице Ивана Шаманова наградило почетной грамотой учителя первой городской школы Шакиржана Урдабаева за хорошие выступления на соревнованиях как районного, так и областного масштаба. Благодарственным письмом организаторы отметили также главного судью соревнований Азамата Нухова.